Я живу здесь всю свою жизнь. Мой отец жил здесь, и мой дед тоже. К нам приезжают разные люди. И ко мне относятся тоже по-разному. Однажды я подумал, первое, что они здесь видят, это я. Именно по мне складывается их впечатление о наших местах. И тогда я понял, что для них сделать. Райффайзенбанк. Разница в отношении.